Всем йоу, с вами я, Сиди, и здесь мы не роняем Запад, а проводим самые крутые версус батлы «Голос Дети». Пошумим! МС справа, представься. МС Банан. МС Банан, более известный как Кирилл Скрипник. Тот самый пацан из могучей Сибири, о котором мечтают все девчонки Москвы. МС слева, представься. МС Раиса, известен как Миша Смирнов. Пока ты придумаешь название для песни, он уже сочинит альбом. МС по центру, представься. Ари Мирон, известна как Арина Данилова. И Кукьяночка ест оленину сырой. С ней боятся батлить всякие олени. Воу! Итак, первый батл. МС Банан против МС Раиса. И по жеребьевке начинает МС Раиса. Воу! Ну что же, начнем наше безудержное веселье. Облачка, работаем, не расслабляемся, давайте. Эй. Эй, Кирилл, послушай сюда. Ты кто такой? Ах да, ты же певец, юморист, ведущий. Проще говоря, ты вездесущий. Но сегодня тебе не повезет. Моя рифма твою просто разорвет. Ты не выучил текст, ты читаешь листа. Но ведь есть суфлер, говоришь ты всегда, эй. Окей. Купил себе ушные мониторы, ходил и хвастался перед нами все гастроли. Вот это ты тут нас всех так затроллил. Дальше рифму я не подготовил. Ты рэп читаешь сегодня только в первый раз. Ты слышал группу GM? А, привет, Глебас. Эй, пошумите, чуваку, йо. Эй. Привет, Глебас. Хочу я норм посмеяться, открываю видосик тогда. Кирилл Скрипник, Comedy Battle, помогает всегда. Твои шутки такие смешные, не судьба мне так шутить. Я уверен, они точно смогут мою бабушку рассмешить. Эй. Мой раунд вполне безобидный, надеюсь, тебя не задел. Спасибо за время в эфире, ну а я свое спел. Раунд. А сейчас МС Банан. Йо, МС Банан, эй, снова в деле. Я вышел к вам на ринг, чтоб вы все посидели. Конечно, не москвич я, да и не очень надо. В Сибири пацаны крутые, как Сталина награда. И был бы я один такой крутой в России, эй. Но есть еще чувак, почти как я красивый. Вы посмотрите на него, ведь это мистер Миха. Одних мимишек у него не меньше, чем полтыхи. На карусели закружился и попал в десятку. Вот только жаль, что рейтинги играют с нами в прятки. Сейчас. На Евровидении красава всех мечтать заставил. Респект за песню, до глубины души достала. Эй, этому можно пошуметь. Да, кстати, что ты там поешь про парашют? Убегаешь на виражах, кричишь, тебе чего-то не хватает. Я слышал, у тебя хитяра новый. Тебе завидует Эдуард Суровый. Эй! И все бы складненько сложилось в этом сказе с миром, если бы на ринге не читал пацан из Сибири. Сегодня, к сожалению, не твой денек, дружище. Прости, но у тебя не вышло. Раунд. Раунд. Хей. Первый батл прошел, а это значит, что на смену ему встает второй батл. МС Банан против Ари Мирон. И по жеребьевке начинает Ари Мирон. Yeah!
Оримирон. Бойтесь! Бойтесь, мальчики, это мой район. Бабры, выдыхайте, вы же батыте, девчонка, вы садитесь, отдыхайте, Майрик, мы ни при чем. И готовьтесь, скоро вы будете на хайпе. Разорву вас, ребята, для просмотров, пары дайте! Только зная вас, я прошу без обид. И хотя бы иногда попадайте в бит. Особенно касается тебя, скрипник, включай рубильник и хватит спать. Я буду доставать тебя, твой будильник, ты будешь падать и не вставать. Ты не тот крутой пацан из Сибири, ты мальчишка пятилетний принц Сибири. Ты не тот крутой пацан из Сибири, ты мальчишка пятилетний принц Сибири. Принц Сибири, принц Сибири, принц Сибири, принц Сибири, принц все вместе, принц Сибири. У тебя что-то там упало, карьера стендапера. У меня только что взлетела карьера крутого хип-хопера. Не помогут пачки синтола, чтобы быть как большие качки. Не боюсь ваших мини-собачек лезть под мои каблучки. Внимание, фокус тебе покажу. Колоду карт и денег тебе предложу. Хотя не выбирай, я великодушна. Купи себе еще один паленый наушник! Ура! Ну что ж, это было жестко, а сейчас MC Банан, отвечай. MC Банан, это я. Сейчас будет мясо. Йоу. А вот еще крутая дева с нами. Ты хорошо подумала бодаться с пацанами. Ну ладно, Миха, он вообще сурового удел. А тебе борще сварить или котлет наделать? Эй. Ну ладно, если ты уж с нами тут, ты не обижайся и тебя не украдут. Чем будешь удивлять ты нас сегодня? Стучать стаканчиком уже не очень модно. Прости. Ничего личного, талант свое ты отработал. Миллиард просмотров на ютубе заработали вы. С Якутии приехала и об этом песню спела. От якутяночки вообще страна вся обалдела. Эй, эй, обалдела. Спасибо. Ну ведь тебе и этого казалось мало. Тебе, как Михе, видимо, чего-то не хватало. И спели вы об этом вместе песню. Заработали 5 лямов вместе. Это так, комплиментик. Спасибо. Ну, респектую, чё, примите поздравления. Ну, стоп, стартуем в Новый год и не стоим на месте. А раз уж так, поймай звезду и загадай желание. Если что, это спойлер к новой песне. Эй, эй, эй. А то вдруг вы не догадались. Вот это был самый главный панч. Не знал, как завершить с тобою этот батл я. Ну, пожалуй, возьму пример с холостяка. Сейчас. И это тебе. А это мне. Это ящичка тебе. Раунд. Раунд. Киря самый добрый рэпер. Да просто офигенно, блин. Ну что ж, эти два раунда принесли очень даже много сюрпризов. И давайте сейчас посмотрим, что же принесет третий, последний. На сегодня батл! Итак, в последнем батле. МС Раиса против Оримирон. Первая по жеребьевке начинает Оримирон. Пошумим, ребята!
Там это, подбери себе для аранжировки, хорошо? Ну что? Я сам пишу. Уйди, запри, замри, зайди, найди, возьми, замерзни. Учти, ответь, не спи, не жди, отстань, усни, зависни. Со мной навсегда, ты только моя, свобода, природа, погода, мечта! Подожди, подожди. Эта песня у тебя уже есть. И все эти названия для песен я отдам тебе даром, все, парень. Писать песни мне не интересно. Напишите для меня сами. Но этот вопрос стоит очень остро. Мне кажется, будто бы весь этот текст вчера написали ваши младшие сестры. Викуля, Машуля, вам респект! Миша, может быть, я чего-то не знаю. Миша, тебе закрыли сайт Рифмоплет. Миша, сегодня нет премьеры песни. Миша, от этого сегодня снег идет. Не отмечено в фотке, подтяните колготки, не рвите глотки. Встретимся после ломки. Женственные походки, боитесь проиграть тёлки. Лысые подбородки, не парьтесь, поправьте чёлки. Поправьте чёлки, да. Ну, Миша, кажется, потерпел ты поражение. Хотя это не точно, или точно. Мы знаем все сейчас. Аккуратнее с языком, молодой человек. Окей, все, мой раунд, я так понял, я могу начинать? Да. Все, поехали, поехали, поехали. Эй. Йоу. Меня смущаешь? Когда ты только начала снимать, тебя звали Орешек 05. Теперь ты выросла и изменила имя. А ролики стали другими. Сразу видно, что ты философ. Давайте вспомним название видосов. Упорный челлендж, мокрая голова. Как отжать сока из живого щенка. Яйца челлендж, ржем как пони. Такого не видели даже в Японии. Галлюцинация от гелия, нащупала личинки. В голове слупают ужасные картинки. Гигантские опарыши, ну прямо трилогия. Скажи, ты реально так любишь биологию? Он просто смотрит все ролики. Подписчик, конечно, спасибо. Я вчера все посмотрел. И еще вот это. Как я похудела? Скажи, тебя реально задела эта тема? Ну и мое любимое. Признались шиперам. Все заинтригованы твоим выбором. Кирилл или Миша, все ответ хотят увидеть. Сказала, боюсь я Мишу обидеть. Во время ответа ты так смущалась. Но знаешь, Арина, зря ты волновалась. Раунд. И вот напоследок хочу добавить. Надо Арину с днем рождения поздравить. Крутая девчонка, блогер, певица. Ну как же в такую можно не влюбиться? С днем рождения! Мозги у шипера. Все, все наши батлы закончены, но мы так и не определили победителя, потому что определите его только вы. Кто же им будет? МС Раиса, МС Банан или Ари Мирон? Решите только вы, пишите свои ответы в комментариях. Ну а на этом все, пошумим!